станице Азовской прошел сход граждан. Глава поселения Евгений Алышев подвел итоги первого полугодия 2022 года. Основной проблемой остается водоснабжение, хотя жители уже отмечают положительные результаты ремонта скважин. За 8 лет, первый год, я не заказал ни одной машины воды. Вода практически есть постоянно. Такая радужная картина, к сожалению, не везде. Единственный выход – строительство нового магистрального водопровода взамен изношенного. Это проблема не одного года, и не мы не остались с этой проблемой один на один с помощью администрации района, администрации края и с помощью инвесторов было завершено проектирование нового магистрального водопровода, пройдена госэкспертиза. Надеемся теперь на то, что наш водовод войдет в программу следующего года. Жители получили возможность задать любые интересующие вопросы и высказать предложения. Кто-то даже просил вернуть на село Кузнеца. Но больше всего пришедших интересовало качество дорог, благоустройство и работа мусороуборочной компании. Вы должны понять, уважаемые жители, что новая компания, поэтому есть вот эти пока недочеты. На вопрос о перспективе строительства еще одного детского сада дали однозначный ответ. Строить новый будут в Северской. Там и разместят детвору, которой не хватило места в Азовском саду номер 21. На сегодняшний момент все заявления, которые были поданы на выдачу путевок, мы отработали в полном объеме, дети получили путевку. Администрация поселения старается принять участие во всех возможных краевых программах по софинансированию. Грейдируются и отсыпаются улицы, возводятся спортивные объекты. Глава района Андрей Дорошевский выразил благодарность пришедшим и надежду на то, что люди будут активнее участвовать в жизни поселения и помогать власти.